Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ с временной выставки «Иконописные редкости», работающей в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Очень интересен вот этот образ Христа Спасителя мира, созданный на рубеже 18-19 веков в Киеве. Вот эта иконография «Христос Спаситель мира» опять-таки пришла к нам из Западной Европы. Вы видите, что она отличается от нашей традиционной, привычной нашему глазу иконографии Христа Пантократора, когда Спаситель представлен с благословляющей правой десницей и с кодексом Евангелия в левой руке. Вот в этой иконографии «Христос Спаситель мира» Христос в левой руке держит державу, да, или сферу, которая символизирует Вселенную. И вот здесь, на этой иконе, в этой сфере, в державе изображен романтический пейзаж, который вот эту Вселенную буквально символизирует. Так вот, известен источник иконографии этой редкой. Это гравюра фламандского художника Болсверта. Но она была творчески переосмыслена русским иконописцем, поскольку он несколько увеличил фигуру Христа, то есть домыслил определенные детали изображения, опять-таки творчески переработал образец. Но тем не менее, вот источник точно известен, это, повторюсь, фламандская гравюра. А вот источник иконографии вот этого образа «Христос – добрый пастырь», который имеет точную датировку 1797 год и, вероятно, исполнен в южнорусских землях, неизвестен. Это опять-таки синтетический образ, который впитал в себя творчески переработанные разнообразные западные источники. Вы видите, что здесь Спаситель представлен не только как добрый пастырь, но он еще буквально питает своей кровью агнца, припадающего к нему, и в левой руке держит посох, что отсылает к текстам Ветхого Завета, к ветхозаветным традициям, согласно которым вкушать пасхального агнца необходимо было, держа в руках посох. И более того, надпись еще сопровождает это изображение: «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы, аби изыди, где кровь и вода». То есть в этом произведении сочетаются не только вот аллюзии на новозаветные тексты, притчи, на ветхозаветные тексты, но еще и содержится литургический аспект, связанный вот с жертвой, с причастием. А посох – это не символ пастыря, это именно… Ну вот двойственно, конечно, его можно толковать и как символ пастыря, и как вот отсылку еще и к Ветхому Завету. Мне кажется, здесь просто синтез разных смыслов, напластование их. Просто сюжет действительно непростой, сложный, составной. Еще раз повторюсь, источник не обнаружен этой иконографии. По-видимому, художник старался максимально насытить различными смыслами вот эту икону. Еще пример редкой иконографии, возникшей, по всей видимости, во второй четверти XIX века и не получившей широкого распространения, являются образы Богоматери Неба и Храм Рождества, один из которых вы увидите на выставке. Вы видите, что Богоматерь представлена в необычной для нас иконографии, с воздетыми и обращенными к предстоящему ладонями рук, а на груди у нее изображено сердце, в котором представлена Троица в типе сопрестолия, причем Христос держит в правой руке потир, а Бог Отец его благословляет. Волосы Богоматери распущены, покрыты белым платом, а голова ее увенчана короной, напоминающей одновременно епископскую митру и императорскую корону. Источник этой иконографии опять-таки не установлен. Понятно, что использовались какие-то западноевропейские образцы, вероятно, гравюры, поскольку вот изображение сердца было популярно на Западе и связано с культом Святейшего Сердца Иисуса. Но вот эта вот уникальная иконография с сердцем и расположен внутри него Троицей, перед грудью Богоматери, она уникальна и не получила широкого распространения в России, вероятно, потому что
воспринималось православным сознанием как неканоническое, нетрадиционное, поэтому сохранилось очень немного образов подобного рода от XIX века, и вот один из них находится в собрании Игоря Александровича Солятина и представлен здесь на выставке. А вот эти два образа представляют собой на самом деле две стороны некогда единой иконы двусторонней. На лицевой стороне было представлено изображение Богоматери в типе римской, а на обороте образ святителя Иоанна Златоуста. И вот такое сочетание Богоматери и Иоанна Златоуста на двух сторонах одной иконы является в принципе довольно редким. Довольно редко встречается подобное сочетание. А что здесь еще любопытно, Богоматерь в типе римской представлена. И вот источником этой иконографии особой является прославленный римский чудотворный образ Богородицы Salus Populi Romani. Это инкустическая икона, созданная в VI веке и прославившаяся исцелением римского народа от моровой язвы. Так вот, этот образ инкаустический VI века имеет ряд интересных иконографических деталей, которые верно повторены вот в нашей иконе середины XVIII века. Во-первых, это скрещенные кисти рук Богоматери, которыми она поддерживает фигурку младенца. Младенец держит в левой руке не свиток, а закрытый кодекс Евангелия, и правый, широко отставленный, благословляет. Так вот, списки с этого прославленного чудотворного образа римского Salus Populi Romani получили распространение сначала в Центральной и Восточной Европе, где они были известны под названием Богоматерь Снежная, поскольку с очередным чудом, которое послужило источником эпитета Снежная, было связано бытование этой иконы, поскольку в том месте, где следовало построить храм, в котором в итоге поместилась эта икона и хранилась, посреди лета выпал снег. Так вот, эти образы Богоматери Снежной, являвшиеся списками чудотворной иконы Salus Populi Romani, повторюсь, были распространены в Центральной и Восточной Европе, а уже в начале XVIII века подобные образы появились и у нас, и вот один из них, Богоматерь Римская, представлен здесь на выставке. Что здесь еще интересно? Вы видите, что образ Богоматери заключен в овал. И это нетипично вообще для списков с чудотворного римского образа, для икон «Богоматерь Снежная». По-видимому, художник использовал какую-то гравюру в качестве образца, где вот изображение Богоматери было обрамлено подобным образом. Примером воспроизведения чтимых древних образцов, но с определенными изменениями, дополнениями, переосмыслениями, является вот эта замечательная икона «Богоматерь милующая» или «Достойный есть», исполненная во второй половине XIX века. Икона с таким эпитетом «Достойный есть» является чудотворной и чтимой, находится она на Афоне и датируется XIV веком. Но на ней Богоматерь представлена по пояс. Так вот, эта икона, она снабжена более поздним окладом, на котором представлена как фланкирующий Богоматерь с двух сторон. Ангелы венчают ее короной, напоминающей императорскую. И вы видите, что здесь, на этой иконе, творчески переосмыслен вот этот вот чтимый образец. Действительно, Богоматерь с двух сторон фланкирует изображение Серафима и Херувима, которые не венчают ее, а просто обращены к ней. Но на голове Богоматери изображен зубчатый венец, который буквально воспроизводит форму того самого венца, изображенного на окладе чтимого первообраза, то есть Богоматери достойной есть, который находится на Афоне. И интересно, что художник изобразил Богоматерь в рост. То есть, опять-таки, творчески переосмыслил первообраз и поместил Богородицу на клубящихся облаках, на фоне облачного неба, таким образом еще более усилив декоративное начало этого произведения, конечно, совершенно не присущее первообразу. Oh.
Дорогие телезрители, мы еще вернемся на выставку «Иконописные редкости». А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.